брали ее вот в прошлое, вот, ну, воскресенье, первый раз. И сегодня как раз вот Петя Прехопарадж так довели ее дома. Песня это как раз кавер на питерскую группу Плекса. И как раз гитарист-вокалист, как раз мой друг по контакту. Как раз мы уже сколько, где-то с 8-го года так общаемся. Я уже, кстати, на одну мою песню кавер сделал. Так, да, там текст аккорда еще одной своей, экстремистской. Ну да, тоже, чтобы он сделал кавер, но пока у него еще до этого дела не дошло. В общем, сыграл музыка Андрея Боткина, поет в оригинале группа Плекса, а сейчас исполняем мы. Песня называется «Альтернатива». Текст я не очень знаю, поэтому сейчас сядем поудобнее, чтобы заглядывать сюда. Все знакомы, но сжалась вновь в кулак рука. Смерть наяву, как сон без смысла, по власти бреда большинство. И не приемлет просто дно. Не зная, суждено ли сбыться в тупик или нет, ведет их путь. Душе своей дают раскрыться, так что порой пробита грудь, хватают дырки черной кожей и выставляют ряд шибы. Мешать сознанию красоты. Системы шоу, карьера, статус, не просто путы разорвать. Весь мир повзет, куда и катит. Альтернативу цель создать. Вся моя суть пробита тоже. Но если силы, то есть помочь. Тем, кто любит ночь. Песня. Как вообще песня?